На один вечер зал кинотеатра «Искра» погрузился в атмосферу сельского клуба. И обстановка советских времен не случайна, ведь именно тогда, в 1965 году, вместе с образованием Ленинского района появилась Видновская дирекция киносети. А спустя ровно 20 лет в муниципалитете закончилось строительство кинотеатра в городе Видное. В 1977 году мы начали строительство этого кинотеатра. Строили мы его долго, 8 лет. В 1985 мы его закончили. Строительство проходило как бы с определенными трудностями. Был такой момент, когда хотели прекратить строительство кинотеатра. Владимир Степанович Меньшов в то время отстоял свое детище. Спустя еще 10 лет после открытия дверей кинотеатра в районе появилось кабельное телевидение. Некоторые из нынешних его сотрудников не подозревали, что когда-то станут журналистами. Но судьба привела их на Видное ТВ, и здесь они чувствуют себя как рыба в воде, а значит, нашли свое дело. Я думаю, что сейчас я уже, наверное, не променяю ни на что другое. Потому что, ну, как говорится, да, как летчик говорит, что ты умеешь? Умею летать и не летать. Вот то же самое, я умею писать. И вот в холле кинотеатра собрались три юбиляра – Видное ТВ, сама «Искра» и объединившая всех дирекция киносети. Поздравить их пришло немало гостей. Люди, стоявшие у истоков создания организации, бывшие и нынешние сотрудники и, конечно, ее друзья. Провести концерт доверили ведущим телеканала. Для меня это какой-то новый опыт, вот, поэтому здесь, естественно, есть разница. Немного здесь надо работать вживую, нежели читать суфлера. Много добрых слов было сказано со сцены друзьями коллектива, сотрудники которого, к слову, не ушли с пустыми руками. В этот день благодарности и подарки виновникам торжества вручили глава Ленинского городского округа, депутаты муниципалитета и Московской областной думы. Это действительно родное нам учреждение, одно из таких основополагающих, старых, ну, старых в плане того, не возраста, а в плане задач, цели, которые она решала. Она была у истоков и шло в ногу вместе и со временем. Я думаю, что впереди у вас богатая, длинная, интересная история. Мы все вместе. Я хочу вас всех поздравить с этим тройным юбилеем. Пожелать, конечно же, новых творческих успехов. У вас очень творческая профессия, много чего можно сделать. И мира, добра, благополучия. Подошли к поздравлениям и творчески. Коллектив «Звездный вальс» радовал зрителей зажигательными танцами, со сцены звучали песни. Не обошлось и без подарков от старых друзей, организаторов фестиваля «Братина». Мы решили подарить практически самое дорогое, что у нас есть. Первый флаг фестиваля «Братина» – наше боевое знамя. Спустя 55 лет Видновская дирекция киносети стала настоящим брендом, известным не только в Ленинском городском округе, но и далеко за его пределами. На мой взгляд, сегодня МАУК ВДК – это настоящий сплав опыта, молодости и оптимизма. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.